Артём, с тобой все нормально? Конечно, этот-то не пропадет. Какие же это черные? Обычно это умельная нечисть. Даже когда ты не видишь черных вокруг, они все равно рядом. Ты о них думаешь, ты их боишься. Страх их оружие. Прочие туннельные гады бегут от них, как крысы. Черные не просто мутанты. Это Homo novus, следующая ступень эволюции. Выживает сильнейший, знаешь? Так вот это не про нас. Да что с тобой случилось? Ты как скотина, которую ведут на бойню. А я буду цепляться за жизнь до последнего, понял? А когда отправлюсь в ад, прихвачу с собой этих твоих, гомоновусов. Пойди, глянь! У меня в госпитале десяток проверенных бойцов пускают слюни и бормочут ерунду. Даже душу выпотрошили. Черные! Черные напали! Внешний блокпост уничтожен! Слушай меня внимательно, Артём. Если я до завтра не вернусь, ты должен добраться до полиса и найти человека, которого зовут Мельником. Расскажешь ему, что случилось со мной и что происходит в ваших туннелях. Покажи Мельнику вот это, чтобы он поверил, что ты от меня. Я надеюсь на тебя, Артём. Не подведи. Если мы хотим выжить, мы должны уничтожить эту угрозу. Любой ценой уничтожить. Понял? Хантер не вернулся. Сбежать с ВДНХ мне было непросто. Но я ведь дал ему слово. На следующий день к Рижской уходил караван. Караванщик набирал охранников, и я завербовался. Не стучите колеса, кондуктор, нажми на тормоза. Я к маме. Наконец-то! Ты, блин, в своем обычном темпе, да? Ладно, хватай шматье в оружейное и на платформу. Они уже заждались. Я буду там и смотри, ничего не забудь. Вот стоц, перевертоться, бабушка, здорово! Вот стоц, перевертоться, кушай этот компот! Вот стоц! Перевертаться и мечтать снова. Вот стоц, перевертаться, пережить налет. Это чего я терплю? Говорила мне мама держаться. Нет, дверь закрыта. Только дозорные могут. Неудачник. Мама, ты была права. В котором ты хочешь жить с папой и мамой? А домик большой? А когда вернется ну мама? Ну вот, этот мужчина, такой импозантный, оборачивается ко мне и говорит. Девушка, если бы моя жена готовила так, как вы, я был бы самым счастливым человеком на земле. Ну а я ему, что же ваша жена так не готовит? А он мне. Ну, вообще-то, я как-то не грязь какая-то. Ой, невозможно просто. Какая. Люди ну, грязные, вруны, лицемеры, предатели сплошные. Ты прав, парень, везде грязь. Да и от тебя подванивает.
Ну-ка, кто ты такой? Стимуля, это под ноги смотришь. На собрание по убирать, кто будет? Создание военного союза со станцией... Петя, ну я же просил тебя никуда не отходить. Станции будут также совместно действовать в вопросах торговли. Никогда больше не делай так. И так далее. Вот, посмотри, член, ломом не прошибешь, пули. Хороший выбор. Наконец-то у тебя более приличная пушка. Хороший выбор. Такой защиты хватит точно. Приличная пушка. Что-то не очень-то вообще. Однажды шли мы как-то в сопровождении такого карта. Ну, как хочешь. Трое на дрезинах, один сзади запах. Эй, Артём, Артём. Давай, скотина пьяная. Патронов не надо? Я хочу мне карандаши и конфету. И карандаши можно? Пока. Но только если ты будешь хорошо себя вести. Договоритесь. Клянусь, если ты не встанешь, я вернусь со сковородкой, и тебе хана! Ты чё, Артём? Ты чё, блин, в туннель с пустыми руками собрался? Дуй в оружейную и прибарахлись как следует. Привет, Артём. Господи, с алкашом так... ведь живу. Том, похоже, совсем зеленый ещё, да? Эй, Артём, тебе оружие нужно? Давай-ка посмотрим. Автомат калибра 5.45. Сделано на Кузнецком мосту. Стреляет криво, перегревается в 2 секунды. Поэтому называется ублюдком. Родился с двумя руками, двумя ногами. Стреляй короткими головой, и патронов не забудь собрать. Стреляй и пригибайся. Вот и вся наука. Спасибо. Ну, удачи тебе! Ты думаешь, мы можем до того дня, когда сможем жить наверху? Никогда Москвы не видел. Больше никакой. О, привет! Ну чё, как? Ладно, Слава, ты готов? Слава. Но ведь было метро и в других городах. В Питере, Минске, в Киеве. Слышал уже, наверное, что мы собираемся с Рижской заключить договор о союзе. Ну и в качестве жеста доброй воли этим караванам отправляем им пока что гуманитарную помощь. Они там бедно живут. Вы должны приглядывать за грузом. Других городов ведь не было такой противорочерной системы. Готово. Теперь опускаю. Черт, спину сорвало. Привет, еще один. Слышь, врага, да дай мне хоть отдышаться. Можете расслабиться. Пока. Артём! Сюда! Давай быстрее! Что создал самый популярный в мире автомат. Честь имею. Ну что, готов выдвигаться? А я бы... К оружейнику давай! Точно бы свихнулся и повесился. Представь, твое... Честь имею. Ну что, готов выдвигаться? Это похоже... К оружейнику давай! Придумал гильотину. Что, слышно, бойцы? Держите паралитики крепче! Я сам родился дальше. Как после войны, еще когда единая система управления распалась, посадили меня, значит, следить за радиоэфиром. Мы тогда еще надеялись связаться с правительством бункером из Урала. А по этим бункерам там первую очередь противники целятся. По гражданским целям старались не стрелять. Самая последняя война, когда уже все равно. Ну вот, сидел я в радиорубке, слушал эфир, и пришлось всяко послушаться. Честь имею. Ну что, готов выдвигаться? Ладно, давай быстро, затарься и вперед. У тебя минута. Честь имею.
Ну что, готов выдвигаться? Ладно, давай быстро. Затарься и вперед. У тебя минута. Что раз мир уже обречен и так, добивать горстки выживших смысла не имеет. Тоже мне. Сравни свой... Ну и ладно. Тоже мне. Сравни свою пукалку с моей волыной. Ну и ладно. Акция «Купите ТТ, глушитель в подарок». Шутка, ТТ нету. Лучший курс на станции. И все довольны. Это как у укладчика парашюта. Никто не жаловался. Шутка. Ну хотите, идите к другим. Там дешевле и железо все ржавое. Тебе на прошлой неделе то же самое вдвое дешевле стоило. Старый свой агрегат можешь отдать бедным. Тоже мне. Сравни свою пукалку с моей волыной. Тоже мне. Сравни свою пукалку с моей волыной. Видноват ты для такой красивой жизни. Хм. Ну, как хочешь.